Ролик создан на языке Python с помощью библиотеки MyNim в качестве теста. Решение квадратного уравнения. А, Б и С – это числовые коэффициенты, причем А не должен быть равен нулю. Сначала находим дискриминант по этой формуле. От дискриминанта зависит количество корней. Если дискриминант меньше нуля, корней нет. Если дискриминант равен нулю, корень только один. Если дискриминант больше нуля, корней два. Находим корни x1 и x2 по следующей формуле. Рассмотрим пример. Приведем его к нормальному виду. Вычленяем коэффициенты А, Б и С. Вычисляем дискриминант. Поставляем вычленные коэффициенты. Находим корни x1 и x2. Поставляем коэффициенты и дискриминант. А дальше решаем. Вот и все. Всем пока.